Сурья-крия — это мощный процесс, направленный на активацию Солнца внутри вас. Когда я говорю об активации Солнца внутри вас, Солнце есть во всем, что вы видите на этой планете. По большому счету, вся жизнь на планете питается энергией Солнца. Практика Сурья-крии направлена на выработку этой энергии в организме. У Сурья-крии есть двоюродный брат — Сурья-намаскар. Практика Сурья-намаскар произошла от Сурья-крии. По своей сути, Сурья-намаскар — это приветствие Солнца. Но с Сурья-крией связаны более мощные духовные аспекты. У Сурья-крии есть разные грани. В физическом плане это очень мощный процесс. Мало что может сравниться с ней в том, как она развивает ваш ум. У Сурья-крии есть и мистические аспекты. Это способ сонастройки вашей системы. Это способ сонастройки вашей системы не просто физического организма, но также энергетической системы и психологической системы с космическим устройством, чтобы вы могли достичь гармонии с мирозданием. Солнечный цикл длится 12 с четвертью или 12 с половиной лет. Лунный цикл длится 28 дней. Если ваши физиологические циклы синхронизированы с циклами Солнца, вы будете здоровы и уравновешены, и сможете с легкостью справляться с любыми жизненными ситуациями. Смысл йоги в том, чтобы ваше тело из препятствия превратилось в возможность. Для этого все в вашей системе должно функционировать с минимальным сопротивлением. Смысл хатха-йоги в том, чтобы подготовить систему, не только физическое тело, сгладить трение во всей системе до такой степени, чтобы через какое-то время вы перестали ощущать напряжение в теле. Проблемы будут существовать только в окружающем мире. Ваше тело, ваш собственный механизм перестанет быть проблемой. Только тогда вы сможете с легкостью справляться с внешними обстоятельствами. Возвращаясь к Сурья-крии, Сурья-крия — это невероятный процесс, направленный на привнесение легкости и плавности в работу вашей системы. Вы не сможете добиться такой плавности, такого внутреннего ощущения хорошо смазанного механизма, если вы не синхронизированы с более крупной системой — Солнечной системой. Солнечная система — это более масштабное проявление вас самих. Вот почему мы говорим «хатха-йога». Я был очень сильно поражен, когда через две недели я увидел очень сильные изменения на физическом уровне. Во-первых, я стал меньше есть, у меня стало больше энергии. Мое тело пришло в какой-то такой оптимальный весовой баланс, появилась очень большая легкость, я стал очень хорошо спать, моментально засыпать и очень легко вставать. В первую очередь у меня сократился сон. Я просыпаюсь без будильника и высыпаюсь за 6 часов. Причем даже если была интенсивная нагрузка, где-то недосып, все равно 6 часов. Я очень удивлен этому. Спустя буквально 2 недели выполнения практики я почувствовала изменения на физическом уровне. Моя спина стала болеть меньше, я стала более энергичной и веселой. Мои коллеги и родные стали замечать, что изменилось мое отношение к стрессовым и проблемным ситуациям. И, конечно, моя любимая практика Сурья-крия, которая приносит в мою жизнь баланс, равновесие, радость и хорошее настроение. Практика на самом деле очень простая, но очень эффективная, да, и, конечно, рекомендую всем, потому что это изменит, по-честному, это изменит вашу жизнь.